На календаре 28 апреля. Я нахожусь в городе Рубежное. И вот так сегодня здесь обстреливают мирный город, мирные жилые районы. Как мы понимаем, сегодня эвакуации здесь не будет. Мы видим полностью разрушенное здание рядом с собой. И сейчас я постараюсь вам показать, как выглядит здание рядом, которое полностью разбито, полностью уничтожено. И здесь в радиусе 50 метров, не знаю, километра, двух, нет жилого строения уцелевшего. Все разбито российскими наемниками. Загоревшие жилые дома, разбитая аптека, разрушенная авианалетами инфраструктура. Сейчас Рубежное больше напоминает город-призрак, нежели жилой населенный пункт. Собственно говоря, вы сейчас можете видеть, что остается после действий так называемых освободителей. Российские войска обстреливают жилые районы из реактивных систем залпового огня «Град», используют тяжелую артиллерию, минометы. И после попадания снаряда в торговый центр, либо же в жилой дом, от него остаются одни только руины. Ситуация погиршается. Ситуация ухудшается. Вы же слышите, обстрелов все больше и больше. Гражданского населения, если посмотрите, почти нет. Но это кажется, что нет. На самом деле гражданских много, и они по квартирам, по подвалам выезжать не хотят. Мне это непонятно, потому что, например, в моем подъезде сегодня около 40 человек, в том числе и молодые люди. Я этого вообще не понимаю. Сейчас следует осознавать, что здесь возможностей по эвакуации все меньше и меньше. Они могут закончиться, а вместе с тем закончится и подвоз гуманитарных продуктов. Больше 60% Рубежного оккупировано российскими войсками. Под контролем украинских военных окрестности населенного пункта и жилой массив Южный. Оттуда через день проводят эвакуацию мирного населения. Но сегодня она была в очередной раз сорвана. Вот так сейчас оккупанты обстреливают Дом культуры в Рубежном. Мы слышим работу тяжелой артиллерии, бьют прицельно по квадрату, где мы находимся. И в это время здесь должна была быть эвакуация. Эвакуация местного населения в более мирные районы. Как мы понимаем, эвакуация населения снова не удастся. Из-за вот таких вот действий оккупантов, которые хотят освободить мирное население от спокойной и мирной жизни. Прицельными обстрелами российские наемники вновь и вновь лишают мирное население возможности выехать из этого ада. В Рубежном взорвалась эвакуация сегодня на... В Рубежном сорвалась эвакуация сегодня. На подъезде к гуманитарному штабу нашему в квартале Южный водитель попал под обстрел. Целый, живой, не доехал, развернулся. Обстрел велся по Дому культуры, именно по пункту эвакуации. То есть это было целенаправленно. Здесь логики с самого начала войны никакой нет. Мне кажется, просто стирают с лица земли, и люди для них – это никто. В квартале Южном, в Рубежном, ну почти нет уцелевших домов. И причем были случаи, что мы ездили и забирали лежачих больных по дворам буквально. А через 2-3 дня это все было уничтожено. Все строения. Ситуация печальная. Мы хотели снять рейс эвакуации, но из-за того, что оккупанты обстреливают Рубежное, нам это не удалось сделать, как не удалось людям добраться до автобуса эвакуационного. В очередной раз эвакуацию из Рубежного оккупанты срывают, не давая возможности людям выехать в мирные районы и жить в спокойной жизни. Несмотря на обстрелы, сегодня из Луганской области все-таки удалось вывести 27 человек из Попасной, 36 из Лисичанска и 10 северодончан. Но еще очень много людей остается в подвалах и убежищах. Только в бомбоубежищах Северодонецкой общины сейчас находится около 20 тысяч мирных жителей. Анастасия Волкова, специально для информационного марафона Freedom, телеканала UA.